чехлы. Ну расскажите пару слов про чехлы, можете рассказать? Ну, есть что рассказать? Здесь есть, значит, нужно просто-напросто приложить время и руки. Все остальное, как говорится, зависит от... Вы можете дать пару как бы идей типам людям, которые хотят купить чехлы, и как, по каким критериям выбирается? Чтобы никто не слышал, это между нами. Чехлы покупают, когда кресло уже порвано. А когда закрывают новое кресло, я извиняюсь, получил ты удовольствие от него. Но есть люди, которые любят закрыть кресло сразу. Как подбирают чехлы? Это всего-то навсего надо подойти к креслу и посмотреть, с чего оно сделано, и подбирать материал, который обычно висит здесь кусочек на упаковке, подбирать материал по качеству, чтобы оно было, естественно, потолще, и чтобы было чем поменьше синтетики. Сегодня почти везде есть синтетика, абсолютно во всем синтетика. Но есть вот этот, например, эти чехлы, я не буду показывать, кто это и что это, но в этом именно чехле меньше синтетики, здесь в нем есть хлопчатобумажные нити. Окей? То, что касается чехлов, понятно. А как ухаживать, два слова, как бы? За чехлами или за машиной? В данном случае говорим за чехлы. За чехлами просто надо чаще убирать машину. Если будешь собирать, машина не будет мыться месяц-два, а пыль, которая попадает на чехлы, она проходит через них и попадает на кресло оригинальное, и потом она втирается в оригинальное кресло, и можно вытащить это только мокрым способом, имеется в виду мыть. Стирать кресло, химчистка кресла. Это длительный и довольно дорогой процесс. Ставили? Да, скажи. Установили чехлы на машину. Да, подходит. В этой машине есть воздушные подушки, поэтому установили, здесь сбоку есть место, показываю, видно, что для воздушных подушек, потому что есть обычные чехлы, которые не предназначены, для этого их нельзя одевать. И сколько стоит это? Это удовольствие. Это зависит от материала. Материал лучше чехлы. В данном случае они 375 шекель стоят чехлы, плюс 100, установка. $100. Плюс установка $50. $50. $150. Да. $50 ребята устанавливают, смотрите, натянули как положено по всем правилам, без складок, без ничего. Разбирались кресла, если надо разбираться, снимается подголовники. Ну, одевается как с душой, не просто так. Не просто так. Вот. Это работа стандартная. Можно мыть, можно пылесосить. Можно делать все, что хочешь. Если хочешь помыть, постирать, их надо просто снять и 40 градусов постирать. Все ясно. Вот. Ну, спасибо. Люди выбирают дешевые, люди выбирают дорогие, и люди выбирают иногда чехлы по машине. Можно позвонить и заказать по машине. Они шьются как будто личный костюм. Ее заказывают у портного костюм, это одно. Или же ты покупаешь в магазине костюм, это другое. Это, на данный момент, случай, это был магазинный костюм. А можно заказать у портного.